Всем привет, вы на канале Койромчик Вижн. Сейчас 5:40 утра. Это спонтанный влог, как я еду в Москву. Так, я уже на вокзале, 5 минут до отправления, как обычно. Все впритык, но кажется успеваю. А, так вообще идеально. Ебой. Йоу, все, успел на поезд. Я в первый раз еду в Москву на таких лайтах с одним рюкзаком. Всегда это был велосипед, огромная сумка. Это была жесть. Сейчас так кайфово прям. И я, кстати, до сих пор не нашел бесон. Будем двигаться на фристайле. Надеюсь, на вокзале не придется ночевать. Я в Москве, мама, я в Москве. Наконец-то. Хотя и быстро было, но все равно устал. Вот они. Здорово, бандиты. Здорово. Хайло. Ты только сегодня приехал? Только сейчас. Я думал, ты уже давно тут. Мы думали, что показываю, что в Москве можно переходить дорогу так. Опа, опа. И никто не обиделся, все живы, все здоровы. Говорите? Давай. Всем привет, Артём Алерта, вы на канале Рома Койра. Мы на Белорусском вокзале, достаточно популярный московский спот. Сейчас что-нибудь покажем. Жара, 29 градусов, ощущается как 35. Москва, конечно, растет, Москва строится. Но нам все это не интересно, нам интересен BMX. Нужно меняться в лучшую сторону, потому что недавно вышли из тюрьмы. Окей, погнали! Ебой! Так, собственно, мы подходим на мероприятие какое-то прикольное. Сейчас буду входить, покажу, что там будет. Йо. Ну что, погнали. Здорово, мужик. Вот такие у них сумочки классные. Какой вайб. Спасибо, что нашли силы прийти сюда, отлично провести время. Огромнейшее вам спасибо от всей команды. Вы лучшие. Собственно, вам небольшую экскурсию. Вот это зона производства, где мы нашиваем, шьем одежду. Мы, собственно, специализируемся на пошиве сумок. А самый серьезный хрен в этой комнате. Серега, Кукуев, да иди сюда уже. Это сержант Кукуев-то. Это наши глаза. Глаза нашего бренда. Этот хрен монтирует нам видео, занимается 3D-дизайном, играет в баскетбол и не последний вообще человек в привете. Сегодня мы встретились тут. Несколько конкурсов. Так, начнем с лайтового. Мне нужно 4 сумасшедших типа. Раз, два, три, 4. Вот это мне нравится, иди сюда. Сейчас будет какое-то мясо. Конкурс несложный. Конкурс.
Интересный. Пить надо, да? Да. Бля, я не пью. Еще нужен один тогда. Чуваки, я не пью. Кто будет первый, мы все это поймем. Начнется дроп. Тут уже все будет понятно. Погнали, блядь! Головку, эту кепку. Ты ее заслужил, братан. Сюда ему. Ай, красавчики. Армейский конкурс. Мальчики, чтобы давайте никому не помешать. В позе какающей птицы на выпрямленных руках. На счет три. Раз, два, три. Пошли. Держим. Стреляем. Прямой угол в коленках. Пацаны, блюйте ногу. Видите, Господь, если мне за что это будет по моей профессии. Китаем стрит, дружба 2, фильм. Не могу добрать дорогу. Посылочка for Паша Техник. Паша Техник, реально. Чтобы Xanax был только из Лего. Понятно вам? Все тащатся. Шашки. Нахуй. Вы там пристегнитесь? Такой человек, блядь. Ты пристегнута? Я, да. Я хочу еще. О, черт, это Брайан. Ой, в плане того, что он... Алло, алло. Рём, тут деревянные ворота, откроете? Нет, так и не осталось. Здорово, бандиты. Бенни, ты что, подгорелся там? Да. Загорелый нахуй. Романов, нахуй, здорово. Жесть, смотрите, парк просто у себя на даче. Фига себе, дворец. Не первый раз. Йоу, теряемся. А это наблюдаем за всей территорией. Скейт-парк. А у нас сегодня баранина. Слушай, ну а что, надо контролировать. Привет, рад тебя. Первая такая лёгенькая. Всем привет, вы находитесь в блоге Рома Койра. И сейчас я вам скажу, как правильно ходить в баню. Первое. Вы окунаетесь в воду. Нет, я делаю. Всем привет. Тихо, блядь. Вы окунаетесь полностью в воду, заходите в баню. 100-120 градусов, русская баня. Окей. Сидите 3-4 минуты, выходите, окунаетесь, заходите обратно в баню. 3-4 минуты. Веник, не веник, это по наслаждению. Выходите, опять окунаетесь, выходите, заходите. Вот такая вот история. Бам-бам-бам-бам. Окей, типа шашлыки, обязательно салаты, овощи, огурцы, без, ну, без овощей никуда. Ну, как Рома говорит. А, видка, пиво. Ой, видка. Водка. Водка, пиво. Водка, пиво, that's okay. You can mix it, yeah. You can mix it like a beer or vodka, that's okay. Девочки, как бы по настроению, у нас девочка одна. В чем вся соль? Соль в том, что вы можете мешать водку и пиво как угодно. Если вы держите водный баланс, то с вами ничего не будет. Обязательно пейте воду. Вы можете выпить водки сколько угодно, а потом начать пить пиво, или наоборот, пить пиво, потом пить водку. Но если вы держите водный баланс, то похмелье вас минует.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Ромы Койро. Да. Успейте Скобеева. Посмотреть. Скобеева, передаю привет. Пока не удалили. Доброе утро. Вчера была жесткая дичь. Сегодня думаем катнуть, но походу все очень мокрое. Не, я уже сходил. Я тебя освежил, блин. Бля, сейчас. Бля. Сука, стой, как ты так сделать аккуратно. Стол такой большой. Стол охуенный, чувак, да. Ну, еще можно учить что-нибудь прям. Говорю, да, вот этой перилы нету сразу же. Перекус таксиста чек. Такая же история, как здесь. 12 дождь, 16. Тишина на площадке. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня 2 июня, второй день лета. Мы за городом в Подмосковье с нашего уважаемого хозяина, гостя всего этого. Дядя Федя. Уважаемого гостя. Гостя канала, имеется в виду, ребят. Конечно же. А мы в гостях у него. Так вот, ребят, хотим бы вам рассказать, показать, как тут вообще все выглядит. Кто такой все-таки этот Тео МСК, дядя Федя, оператор? Мы хотим рассказать, что это за человек, и познакомить его сами. Дядя Федор, проходите в кадр. Дядя Федор, здравствуйте. Типа не здоровались. Доброе утро. Дядя Федя, пожалуйста, расскажите, вот как вам пришла идея построить такой скейт-парк у себя на загородном участке сзади дома? Сначала нам надоело ходить в клубы, мы построили свой клуб. Угу. Потом нам надоело ездить в эти парки, и мы построили свой парк. Угу. Так что впереди еще большие планы, мы развиваемся, живем и движемся. Нет, еще все, что впереди, еще новые контесты и много всего интересного. Да, я поддерживаю в этих высказываниях, потому что недавно у нас был соревнование контест, я это все организовал, были призовые места, ребята катались, было классно. Но это не самое главное. Самое главное – это автопати после 8 вечера, когда контест заканчивается. Это будет, наверное, в телеграм-каналах у нас, потому что на YouTube такое не выкладывается, ну, площадка заблокирует. Поэтому еще у нас вчера была небольшая посиделочка. У нас есть такой общий друг Артем Алерт. Он нас учил, как правильно пить, как держать водный баланс. Сказал, если вы будете пить что угодно и между этим пить воду, все будет в порядке. Вы не будете ни болевать, ни срать, ничего с вами не случится. Поэтому я предлагаю пойти к нему, потому что мы все проснулись в 9 утра. И сейчас мы покажем, что делает Артем Алерт. Пойдемте. Который держал солевой баланс. Да. Водяной солевой. Сначала солевой, а потом просто... Папуша, потише, потому что мы заходим в берлогу к северному тюленю, проходим. Сейчас он находится в спячке после водного баланса своего. Надеюсь, тазик у него опустошен, потому что утром он был полон. Держите водный баланс, то с вами ничего не будет. Какая-то жидкость существует? Это щелочь. Это желчь, ребята, та самая желтая. Смотрите на него, как он спит. У него, попрошу заметить, еще бутылочка освежающей водички стоит. Артем, доброе утро. Можете, пожалуйста, для нашего телеканала передать пару слов? Артем. Больше ничего не нужно. Брадо. Давайте посмотрим. Арчи, один вопрос просто хотел задать. Как же все-таки правильно поддерживать водный баланс в состояниях критического опьянения? Великолепная водка. Федор, великолепная водка. Ну, Арчи, ну... Ты устал сильно? Или наоборот, ты выспался? Вы чувствуете этот запах? Алкоголя, блевотни и пота. Ладно, нет смысла, он сейчас уставший, только... Имеет 4 радиуса. Хочется продемонстрировать ему пару трюков своих, скиллов. В общем, да, я не знаю, что о нем рассказать. Хороший деревянный скейт-парк. Хочется просто в нем показать пару трюков. Федя молодец большой, что построил пацанам. Ооо. Там лава, 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 л
Бухуй кто-то откуда, кого ты продал. Передай мне провод, это Тольятти город. Закрывай мне дом, мазар. Лова-лова, эта собака перегрызла пидоров с района. Бею. Это так уже много, понял? Ебой. Давай еще, брат. Смотри, снимай. Не нужна места, чтобы ее сердце растаяло. Море бы не быть не моя окраина. Я помню эти запахи, я помню. Стала маленьким, я не горжусь собой, я горжусь своими братьями. Йоу. Legend. Опа. Яй. Класс! Отставил, увез. Копилку. Короче, вот такой вот парк. Вообще топовый. Я очень мало подснял, потому что нету времени, нужно уже лететь на концерт. Но, блин, классный парк. Парк тупо у себя во дворе. Вот дача, двор и скейт-парк. Это мечта вообще любого райдера. Ставь лайк, если хочешь такой же. Вот, ну а сейчас надо потиху сворачиваться. Надеюсь, еще приеду сюда и нормально ворвусь. Всех есть ребят, которых я немножко путаю. Mm. Есть такие как бы запоминающиеся. Но уровень хороший. Пошли, да, посмотрим. Всегда. За кондиционер работает. Да. Двери закрываются. Следующий. Все, Катюху отправил на такси. Сейчас еду к Саньку в отель и потом гоним на концерт. Что-то я временами выпадаю со съемки, поэтому не знаю, что там по видосу получилось. Надеюсь, что-то связанное будет. Лук на Санька. Сними ее. Красные губы сними ее. Красные губы. Где? Заряжаемся, короче. Окей, okay, let's go. Привет, Рома. Ой, как ты? Йоу. Привет. Здорово, бандиты. Привет. Рома, да. Являемся, мерч сегодня. Здорово, Санька. Александр, я. Жестко газуем сегодня. Здорово. Тачки для клипов приехали, Женя. Войны, войны, стойте, а вы куда? Випка. Випка, давайте пока. Это весь наш белорусский гэнг. Никита, сегодня пивной безлимит, ты рад? Но без лимит в виде 8 корон. Ну, у, шашлыки. Шашлыки. Не, они там же. Я не знаю, ну, по идее, да. Что снимаешь? Типа влога. Типа влога? Еще не знаю, выйдет ли он. Смотрим. Все, пару слов. Да, брат, мы делаем это, это. Ты же, блядь, был недавно в Варшаве, в Рестике работал. Я телепорт. Телепортовался? Да.
Серьезно, ты работал в Варшаве в Бресте? Он прикрывается тем, что он видеоблогер, но на самом деле... О, блядь, сколько мы не виделись, бро! Бро! Саня мне дал белорусский флаг, я вообще не знаю, что с ним делать, для чего. Говорил реквизит, типа. Че, мало, каково это быть звездой? Ну знаешь, сейчас клаб-шоу, клипы, я обычно в этой суете еще не успел прочувствовать, блин. Понятно. Рожу брать. Здорово, Никитос. Какой, Дима? Привет, бро. Понятно. Сань, флаг нужен сейчас? Или я его просто так же вынес? Это на тачку надо внутрь, типа. Это пока просто пускай у тебя будет. Идет, идет. Здорово. Сначала с дамой. Хорош. А чуваки, тут жесткие съемки какие-то. Смотрите, какие тачки. Кто будет, кому надо кому-то. Что тогда, что тогда были 10 миллионов, что сейчас 15. По сути, они меня. Белорусское дерьмо, оно даже не воняет. Белорусское дерьмо, его вытирают руками. Отстань! Мы в Москве! Мы в Москве! Прикиньте, мне разрешили выход на сцену, я просто... Yeah.
окружает муза, остановись. Слава Богу, ты. Я живу только красиво, ты когда мы легко поговорить, я узнаю. Не путай свои кошки. Я знаю, меня лучше, снимай свои трусики. Скоро я перерываю. Да что ты понимаешь? Ой, я еще не знала. И все. Я не могу. Чижовка роли. Чижовка. Не, давай без алкашки. Давай, я тебя... О, это влог, кстати, да? Это влог? Ты чё, напухался? Йо, мы идём в Москва-Сити. Ну, вообще... Али, на зал пойдёшь? Пойдёшь, зал? Что-то получилось? Держи. Держи. Мама, пускай? Я рядом вообще. Все тут. Чё, чё? Испугался кто-то. Вот пропуска. Едем в Москву-Сити. Нет, ну метро, два вас не пропёс. Подержи сенсор. Прикольно. Что, всем нужно? Это что за... Пятый? Это что за приколы у нас такие? Йо, куда мы ездим? Это Ромочка влог, здесь Виола, здесь все. Не проебать эти карточки. Рома потом будет пересмотреть, думать, ну на. 51 этаж. Ровно сейчас. Мне уши заложило реально. Ну, прикольно. Чуть-чуть есть. У меня жестко. Ну, я глотнул и все. Хорошо. Сглот. 511.
Кто там сосед ФСБшник? 511, вот. Ау. Привет. Йоу, привет. Где эти буквы нахуй? Я.